Ерунда какая-то. Вы ничего не могли перепутать? Нет, я абсолютно уверен, что эти двое пытались убить Нестерова. И при этом вы не выяснили, удалось им это или нет? Точно сказать нельзя. Мы не стали вмешиваться, поскольку инструкции на этот счет от вас не было. Мы прекратили преследование. Да. Ну и дела. И на что это, по-твоему, похоже? Два варианта. Либо это разборки между группировками МВД, либо это уголовники пытались за что-то свести счеты с сотрудником милиции. Ну, судя по нашим материалам, больше похоже на первое. И если мы правы, и Нестеров связан с генералом Королевым, тут имеет место быть конкуренция группировок внутри МВД. Кто-то решил этого Летеху устранить. Вопрос в том, удалось им это или нет. Посмотри сводки. Убийство милиционера сразу же попадет в них. Съездите домой к Нестерову. Не мне вас учить. Сделаем. Хотя они могли спрятать тело. Могли. Тогда мы о нем больше не услышим. Жаль. Он мог стать для нас важным свидетелем. Против генерала Королева. Здравствуйте. Вот эти папочки поставь сюда. Хорошо. А вы пока посмотрите вот эти фотографии, пожалуйста. Ну и что? Вы не видели эти картины? Да посмотри вокруг. Ты считаешь, я все это прочитала и все это запомнила? Ну, понимаете, мне больше не к кому обратиться. Я спрашивал у сотрудников в музее, здесь, у людей, которые так или иначе связаны с живописью. Но никто ничего не помнит. Вы моя последняя надежда. Я бы давно плюнул, но пацана убили.
Я должен найти убийцу. Я... Поставь папки. Я попробую тебе помочь. Здесь осторожно, у нас узенько очень. Угу. Проберись. Ну вот. Вот это. Угу. В общем, работай. Из милиции. Я войду? Мне нужна ваша помощь как специалиста. Я сейчас занимаюсь... А расскажите мне сначала про свою коллекцию, а то я в этом деле ничего не понимаю. Ну вот, это я приобрел еще будучи студентом. Собственно, с этого все и началось. А это мне достался от моего папы. Светило медицины. Видно, один из пациентов ему это подарил. А вот это... Хотя, простите, я вас так заболтаю. Вы же ко мне по делу пришли? У вас давно это пианино? Это пианино? Всегда. Я сейчас занимаюсь одним делом, и мне в руки попались вот эти картины. Никогда не видел. Простите? Я же говорю, никогда не видел. 2 года назад вас ограбили. Так было? Ну, было. Были похищены в основном картины? Ну, да, да. В том числе и эти. Я же вам говорю, эти картины у меня не были похищены, потому что я их первый раз вижу. В деле, в списке похищенных вещей, данных картин нету. Хотя, вполне возможно, список был изменен. Ну, вот видите? Но есть в деле одна фотография, на которой изображены вы на фоне вот этого пианино. А ну-ка. На фоне вашей стены и на стене висят эти самые картины. Простите. Я же вам русским языком говорю. У меня никогда не было этих работ. Потом мало ли что там на фотографии. Там совершенно другие картины. Другие картины. Там меня. Меня снимали, а не мою коллекцию. Но фотографию можно увеличить. Да мне наплевать, что вы там собираетесь увеличивать. И попрошу, покиньте помещение. Вы вопросы задали, я вам ясно ответил. Я картины не видел и никакого отношения к ним не имею. А если я смогу доказать? Доказывайте, доказывайте. А я на вас жаловаться буду. Прямо сейчас вашему начальству позвоню. Звоните. А? Жаль. Хотя, по сути, вы уже ответили на мой вопрос. Плохо, невнятно, но ответили. Ничего я не говорил. Так что спасибо, всего хорошего. Убирай. Будем считать, что на этот раз ему повезло. Я не стал ни прессовать, ни штраф ему выписывать. Но если это повторится еще раз... Он сказал, что больше никогда. Ну, посмотрим. Угу. Чего насчет этого пацана-то там? Шума не было у вас? Нет. Угу. Все.
все прошло как ДТП, обычный наезд. Да. Но мне пришлось, он меня в лицо видел. Понятно. Только в следующий раз без согласования так не делай. Хорошо. Только тут вот... Чего только? Да, ментенок этот. Ой, простите. Лейтенант милиции решил им заняться. Людей послал, но не получилось. Что значит решил заняться? Ты... Ты что, убрать его решил? Да. Сотрудника милиции? Да. Ты спятил? Так ты же мне сам говорил, он там начал разнюхивать. Ты пойми, что он не пацан, какой почти бездомный, он сотрудник органов. Чего хочешь, чтобы нас всех приняли? Ты запах не чувствуешь? Могилой пахнет. Ладно, ладно, не начинай, все. Значит так, лейтенанта этого больше не трогать, голову оторву. Картины сжечь, чтоб следа от них не осталось. Сжечь! А за лейтенантом устроить слежку. Понял? Да понял я, понял. Простите, что я вас опять побеспокоил, но у меня есть еще вопрос. Хорошо, но я же вам сказала, что этих картин я не видел. Да, я помню. Я в этом деле полный ноль. Скажите, вот такого рода картины могут продаваться только в антикварных магазинах, так? Как вам сказать? Чисто теоретически, конечно, все сделки купли и продажи должны проходить через магазин. Но по факту многие коллекционеры и покупают, и обменивают картины друг у друга напрямую. Ага. То есть проследить эти картины через антикварные магазины не получится? В общем-то, нет. Я, наверное, вас уже замучил с этими картинами. Но скажите, вот по вашему мнению, сколько эти картины могут стоить? Ну, вы знаете, оценивать стоимость картины по фотографиям – это неправильно. Но если предположить, что это не фальшивка, и что они в хорошем состоянии, то, ну, 1000, 15, 20 за все, разумеется. Ого! Да, но это хорошие авторы, хорошие работы, поэтому такая стоимость. А если картины украли, то... Станут ли их покупать? Да. Ну, тут много нюансов, знаете. Ведь есть коллекционеры, которые не показывают все свое собрание. Если какая-то из этих работ пропадет, никто об этом даже не узнает. И кто-то может купить ее вполне добросовестно. Ну, а некоторые настолько хотят заполучить вещь, что готовы купить ее даже краденой. Повесят на стену, будут любоваться в одиночестве, наслаждаться тем, что она просто у них есть. Кто-то влюбился. Вы накручиваете, а я отвернусь. Извините, вы целый день так ходите? Как? Что ты? Опля. А родители? Чем занимаются? Отец погиб, когда я еще был совсем маленьким. Погиб в автокатастрофе, водителем работал. Мама умерла 5 лет назад. А вы, значит, в милиции работаете? Да, в районном отделении. И не в Москве? Андреевка. Город такой небольшой, в Подмосковье. И что, крупные преступления раскрываете? Ну, крупных преступлений у нас нет. Небольшой городок. Ну да. Сенокосилку украдут или мужики подерутся. И сенокосилок у нас тоже нет. Это скорее в колхозе. А вот мужики дерутся иногда, да. Как интересно. А это... Это? Да. А это очень серьезное дело. У бабы Пани у нас козу украли. Большие люди за этим стоят. Дело очень непростое, наверх ушло. Наверное, медаль дадут. А может, и орден? Кирилл, вот все готово, можете надевать. Пройдите вот туда, в комнату. Спасибо. А про козу я попозже еще расскажу. История очень серьезная.
Прости, я была не права. Да, ты была не права. Ты не понимаешь, просто... Мам, я все понимаю. Мне 27 лет, я старая дева. Ты очень хочешь, чтобы я вышла замуж, и у тебя появились внуки. И вот я привожу в дом человека. Он оказывается милиционером из провинции. Что ты делаешь? Срываешь на нем свою досаду и задаешь бестактные вопросы. Ты иногда бываешь удивительно злой. Ладно, мам. Прости. Я действительно все понимаю. Насчет Кирилла можешь не волноваться. Мы с ним абсолютно разные люди. А я тебя люблю. А я тебя люблю. Вы переоделись? Да-да, спасибо. Мам, я провожу. Спасибо за штаны. Да ладно, вы не обижайтесь на маму, хорошо? Давайте подержу. Наверное, перегнул с орденом, да? Да нет, все нормально. До пленума осталось всего ничего. Будет драка. Просто поражает, как люди могут не видеть очевидного. Брежнев частично не хочет, а частично уже не может оценивать ситуацию реально, как она есть. И потом столько лет власти. Человек теряет способность мыслить критически. В первую очередь... в отношении себя. Юрий Владимирович, простите, звонил Леонид Ильич, просил вас приехать. Прошу. Прошу. Так, нет, разуваться не надо, как всегда. Риточка, у меня ничего не изменилось, все по-прежнему. Риточка, прошу. Вам ведь Зинаида Ивановна сказала, что я купил Ханта. Да. Не купил, обменял с доплатой. Вот. Сергей Дмитриевич. Извините. Как он вам? Дайте мне минутку, и мне все-таки придется взять его в руки, хорошо? Угу. Да. Так. Угу. Конечно, лучше сделать... техническую экспертизу, но, по моему мнению, это Хант. Причем чудесно, я вас поздравляю. Риточка, вы чудо. Обожаю вас. Хотите кофе? Да вы хотя бы, что я спрашиваю, наверняка хотите. У меня чудесный кофе. Минутку, сейчас сделаю. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Многие заливают кофе кипятком. Ни в коем случае. Только холодной водой. Исключительно холодной. Надо, чтобы кофе постепенно согревался. Потом он подходит два раза и все. Снимаем. Но при всем при том не могу отказать себе в сахаре. Знаю, что сахар кофе портит. Но не могу. Добавляю, наливаю. И пью, как прибей, с сахаром. А вот и кофе. Кофе, правда, сладкого и печенья не куп... Что-то новое приобрели? Не-не-не, ничего особенного. Вот так взял в запас. Вещь второго сорта. Так что не стоит смотреть. Прошу. Вы знаете, я совсем забыла, мне пора бежать. Куда?
по делам срочным. Правда, кофе в другой раз, чудесный хант, я вас еще раз поздравляю. Риточка, я так старался. Кто же вам дверь-то откроет, Риточка? Коньяку выпьешь? Спасибо, Леонид Ильич, вы же знаете, я не пью. Нельзя. А, не пьешь, не куришь. Ну, ладно. Не можешь жизни радоваться, и настроение не то. Нет здоровья, и жизни нету. Только и остается за других радоваться и не осуждать. И кто кого осуждает? Юра, ты же прекрасно знаешь, а? Ты имей в виду, человек в работе отдает себя всего, без остатку. А даме 20 лет, 30 лет, а? О ком это вы, Леонид Ильич? Юра, ну ты же знаешь, о Щелокове. Успокойся, Юра, ну успокойся. Ты ж теперь идеологией занимаешься, а? Про КГБ забудь. А нет, тебя все тянет, а? Вон доклад туда же. Ясно. Пишешь, порядок надо укреплять, а метишь в него. Не в него, одного. Во! Тебе уже и Щелокова мало. В других метишь. У нас же неприкасаемых нет, Леонид Ильич. Или я не прав? Руководство должно быть сплоченным и единым, как кулак. Кулаков мы еще в 17-м. Эти шутки ты брось, Юра, брось. Мы должны входить в положение людей, понимать их слабости и прощать. Иногда. Тогда можно и руководить. Они для тебя все сделают. Огромные дела можно делать. Только страна может развалиться. Не хочешь ты меня понять, Юра? Напротив, Леонид Ильич, я вас хорошо понимаю. Да, слушаю. Рита. Да, я тоже очень рада вас слышать, но я по делу, Кирилл. Послушайте, я только что была у одного коллекционера и видела те самые картины, которые вы мне показывали. Как фамилия коллекционера? А? Хорошо. Спасибо большое, Рит. Вы очень помогли. Да. До свидания. Извините, но я не понимаю, с какой целью я могу быть... Я вам сейчас все объясню. Ну, я думаю, это просто ошибка. Мы сейчас выясним, ошибка это или нет, так что не волнуйтесь. Ну что ж, кофе, правда, он остыл. Ой, люблю холодненький. Что, кипятком, что ли, заливаете? Да ни в коем случае, только холодной водой. Вы недавно приобрели вот эти картины.
Эти никогда не видел. Ну, не надо так торопиться. Возможно, вы ошибаетесь. И тем самым будете вводить в заблуждение сотрудник милиции. Это в дальнейшем может создать вам проблемы, большие проблемы. Так что посмотрите повнимательнее, пожалуйста. Ну, может, и приобретал когда-то, но продал. Ой, как хорошо все шло. И вот тебе на. Кому продали, когда, как фамилия покупателя, как давно вы его знаете? Ну, это трудно так вот сразу все вспомнить. Но если вы мне дадите хотя бы полдня, я посмотрю свои записи и найду, кому я их... И позвоню. Что вы делаете? Что вы делаете? Ответ на первый вопрос я уже получил. Работы вам знакомы. Кто вам их продал? Не помню. Как глупо получается. Вы же ничего не помните. Да, не помню. Давно покупал. А может, недавно? Не помню. Имя, фамилия? Не помню. То есть, Голохвостов Сергей Дмитриевич. Хорошо, хорошо. Так, раз все так, у меня есть все основания полагать, что эти картины были приобретены вами незаконно, так что я их изымаю. Вот расписочка. До свидания. Спасибо тебе. Вот молодец. Спасибо. А. Фух. Я что тебя просил сделать? В смысле, погоди, это... С картинами. Я что тебе сказал сделать-то? Я просто подумал там... Сейчас, ой. Дай-ка руку. Больно ты! Больно! Больно убитый! Как бы дул! Что делаешь-то? С ума что спятил совсем? Больно же! Фух, а ты что? Что я? Что я? Ты что, не понимаешь, что он сдвинутый на этих картинах? Он все скупал раньше. И конфискат, и краденое, и все. А если вещь хорошая, так сразу уходила. А он ее прятал. Тихо. Так он же потом прятал, ни одна душа не могла найти. То, что раньше было, меня не интересует. Раньше нас так не трясли. Короче, этого лейтенанта... Нестерова, что ли? Тихо. Надо убирать. Он связал картины с мальчишкой, вцепился и теперь не отпустит. Ты же говорил, не трогать его. А теперь, говорю, надо убирать. И чем быстрее, тем лучше. Ситуация выглядит так. Нестеров со свертком картины мальчишкой был у дачи Королева. Далее. Мы установили собеседника Королева, который бывал у него на даче. Это некто Мурзин, бывший милиционер. Так вот, этот Мурзин с картинами был как раз у нашего коллекционера, которого потом посетил Нестеров. Только... Мурзин пришел с картинами, так, а вышел без них. А Нестеров пришел без картин, но вышел с ними. То есть, если допустить, что картины краденые или конфискованные, ты ведь это имеешь в виду? Ну да, вырисовывается изящная схема. Королев передает левые картины Мурзину, который тот реализует коллекционера. Да. После чего Нестеров конфисковывает эти картины, под тем предлогом, что они краденые. Ну да. И возвращает их Королеву. После этого картины поступают в продажу по второму кругу. А может и по третьему. Ну да. Шустрый молодой человек. Надо же. Провинциальное отделение милиции в такие схемы умудрился влезть. Нужно срочно брать этого Нестерова.
пока картина у него на руках. Я ей сказала, а мне какое дело? Что хотите делать? Мне к воскресенью нужно. Ну, в общем, завтра должна закончить. Ой, цвет такой, знаешь, бирюзовый, но не яркий, а такой как-то блеклый, с отливом. Волшебно. В общем, в воскресенье буду королевой. Прости, звонят. Какой начнется? С утра уже как это 35 тысяч курьеров. Да нет, это цитата. Ладно, давай. Дура. Хозяйка дома принимает ли? Светлана Владимировна. Светлана Владимировна. Ах, о, от всего сердца. С днем рождения. Знаю, как вы с Николаем Анисичем не любите, чтобы вас поздравляли. Тем не менее, я посмел нарушить все запреты. Все, все. Поздравил. Исчез. Спасибо огромное. Все. Спасибо. Еще раз. С днем рождения. Всех благ, всех благ. Тихо, мы с тобой не знакомы. Садись под фен. Что-то случилось? У тебя с мамой есть куда уехать на какое-то время? В смысле, из дома уехать? Ну да, да, да. Просто с этими картинами такая карусель началась. Я их забрал у этого мужика, коллекционера. У Глохвостова? Да, да. Он сейчас начнет звонить тем, кто ему эти картины продал. А там такие люди. Какие? Леху уже убили, меня чуть не прикончили. Леху? Мальчуган там один, он мне как брат был. Хуже всего, что ты засветилась. А. Хорошо, я... Что я должна сказать маме? Света! Светлячок! Я здесь! Скажи мне, Коля, похожа я на человека, которому может вот это понравиться? Во. Во. Ну, главное, чтобы подарок нравился тому, кто его дарит. Mm. Тогда это от сердца. А от кого это чудо? От кого? Королёв твой подарил. Mm. Жуть косая. Главное, ведь не передаришь никому. Да, второго такого подарка в Москве не найдешь. А что-то случилось, Коль? Новые аресты начались по рыбному делу. Взятки с щенками, цветами, лошадьми. А что за шутки, Коль? Причем тут это и взятки, а? Это вообще мне подарили, а не тебе. Ну, понятно, что из хорошего отношения к тебе. А то мы не просим ничего, люди приносят и дарят. Ты успокойся, конечно, это к нам не имеет никакого отношения. Мне цветы, Коль. Поздравляю. Поздравляю. Сделаем так. Ты звонишь маме и говоришь, что тебе надо, ну, скажем, купить пальто. Блузку. Угу. Мы как раз не об этом вчера говорили. Да, хорошо. Пусть будет блузка. Потом мы встретимся, я ей все объясню. Короче, я вас отвезу к своему приятелю. Он недалеко, в поселке живет. Да, только для персонала. Милицию.
машину быстро! А ты? Шеф, два счетчика, гони! Гони! Мусорок, ты где? Мы нашли еще одного человека. Кто он? Он лейтенант из подмосковного райотдела милиции. Вы издеваетесь? Совсем нет. Нашли агента. Представляю. Сельский участковый, берущий взятки молоком и куриными яйцами. Ерунда какая-то. Юрий Владимирович. Простите. Лейтенант этот особенный. Необычный лейтенант. Слушаю. Сам влез в расследование дела, косвенно связанного с генерал-майором Королевым. По этому делу был убит ребенок. Местный мальчишка из неблагополучных. А этот лейтенант чем-то вроде перевоспитания его занимался. Кстати, на него самого два раза уже покушались. Наши люди вытащили его в самый последний момент, иначе и его убили бы тоже. По крайней мере, не трус. Да. И совсем не дурак. На чужой территории, в такой совершенно неизвестной области, как торговля антиквариатом, он, по сути, в одиночку раскрыл дело. Провинциальный самородок. Срочно где служил? ВДВ. Разведка. Афганистан? Полгода. Комиссован по ранению. Медаль за боевые заслуги. Хорошо, вербуйте его. И действуйте, действуйте! Алло. Отдохнул? Спасибо. Я нигде так не спал, как у вас в камере. Вы что, издеваетесь? Вы меня сюда отдыхать притащили? Вообще-то, если бы не мы, тебя бы уже убили. Угу. Лучше его повесить, чтобы он не утонул, да? Слышь ты, не борзей! Соображай, где находишься. Ты сам видел, что творится у вас в МВД. Видел. Но не все же у нас такие. Не все. Но таких больше. Просто ты там, в своей деревне. Вот столечко видишь. Угу. Одним глазком посмотрел, мне чуть голову не оторвали. Ничего еще не кончилось. Мы тебя отпустим. А дальше что? А дальше тебя по-любому убьют. А вы что, меня запугать, что ли, хотите? Что вам от меня надо? А что, если ты сделаешь вид, что ты с ними заодно? Что тоже хочешь? Свой кусочек пирога. Вербуете? Послушай, ну ты разве не хочешь, чтобы в вашей системе было как можно меньше грязи? Конюшни расчищать. А что я один могу сделать? Ну, ты будешь не один. Будут и уже есть. И другие. Просто честные сотрудники милиции. Люди вроде тебя. А если я не соглашусь? Как я бегал, 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 бегал. Почему утром на работу не вышел? Не добежал. Угу. Что ж ты, не добежал. Водку пивом разбавлял? Стихи? Ага. Трудный день был вчера. И сегодня
трудный день. Оба дня тяжелые были. Сначала меня чуть не прибили, а потом выпьем. Эк, тебя понесло. Ну, что было-то? Ой, да все было. Говорю, сначала меня чуть не прибили, потом картинами этими занимался, а потом опять гонялись за мной. А я так скажу, нефиг лезть, и все будет хорошо. Первая заповедь – не высовывайся. А я высунулся и… Набрался мудрости. Угу. Будем. Ты что, с испуг так нализался-то? На радостях, что меня не прирезали. Короче, нафиг все. Нафиг всю эту милицию, все нафиг. Это как? А так, завтра рапорт напишу, сегодня не в состоянии. Дом продам, и пускай ищут меня на широких просторах нашей родины. Ну, быстро ты отвоевался. Посмотрим, насколько тебя хватит. А как же, ну вот ты там помнишь говорил? А мы-то тогда с тобой зачем? Лопатин. Дай тебя поцелую. Сидеть. Пшел вон. Есть. Я картиночки заберу. Оп. Прости. Тем. Завтра в 8 утра, не опаздывай, у меня совещание. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравствуй, здравствуй. Ну-ка, постой. Добрось-ка меня до отделения. Кирюша, привет. Маринка, иди сюда, моя финка. Цып-цып-цып. Слушай, ты думаешь, я игрушка? Думаешь, у меня внутри ничего нет? Кирюша. Я любил тебя, а ты гуляла со всеми, с финнами, шведами, норвегами, викингами, чертов стоп, Кирюха! Заткнись! Наши отношения закончены. Больше сюда не приходи никогда, поняла? Кирюш. Иначе я тебя закрою, ты меня не знаешь. Пошла вон. Пошла! Да подожди! Вон, пошла! Вон! Да что с тобой? Пошла! Дурак. Здравия желаю, товарищ генерал. Сиди, сиди.
Как служба? Да вроде ничего. А что, какие-то проблемы? У меня? Нет. У тебя? Да. Подчиненные твои в хлам пьяные по поселку шарятся. Это Нестеров. Не знаю, что это с ним. Раньше такого не было. Гнать таких надо. Собирается увольняться. Хочет рапорт писать. А че это он вдруг? Не объяснял. Ну, может, оно и к лучшему. Чтобы ряды не позорил. Ладно. Будь. Всего тебе хорошего. И вам, товарищ генерал. Ну, Нестеров. Не ожидал. Позвольте вас познакомить. Это Валентин. Это мой муж Зимин. Ира, можно тебе на минутку? Кто это? Валентин. Я же просил тебя не приводить к нам знакомых. Тем более новых знакомых. Ты знаешь, это не новый знакомый. Мы уже с ним знакомы целых 5 часов. И он, в отличие от тебя, мне подарил розы. Ты совсем не соображаешь. Ты забыла, где я работаю? У меня сейчас крайне важная и опасная операция. Смертельно опасная. Любая случайность. Любой шаг в сторону, он насильный. Миша, ты при чем здесь это? Это твоя операция, а не моя. Отпусти меня, больно! Где ты с ним познакомился? В кино. Мой муж не ходит со мной в кино, а Валентин пошел со мной в кино. Я еще раз убедительно прошу тебя. Никаких новых знакомств. Никаких гостей в нашем доме. Ни мамы, ни сестры, никого. Через тебя легко могут выйти на меня. А это провал всему. Ты моя единственная слабая сторона! Что? Что ты сейчас сказал? Что ты сейчас сказал? Я твоя единственная слабая сторона! Я слабая сторона! Я не твоя поддержка, я не твое плечо, я не твоя опора! Я тебя вообще не знаю! Ты все время молчишь! Ты уходишь, когда еще темно! Ты приходишь, когда уже темно! Ты... Муж. Нафиг. Так, связываться еще. А, это я заберу. Ну, нафиг, муж. Thank you.
что такое? Добегался. Что это я добегался? Что вам надо? Что мне надо? Пристрелить тебя. Потому что ты убийца и вор.